Накануне в Республиканской школе искусств имени Ростислава Кинденбиля аплодисментами встретили фольклорный ансамбль «РТНЭ». Ребята вышли и выступили в финале всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» с самыми лучшими и талантливыми детьми России. Ребята достойно представили республику на конкурсе, показали, что они могут быть разными и что им под силу выступать вместе с мировой оперной дивой Альбиной Шагимуратовой. Напомним, ансамбль принял участие в фестивале всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», где представил туинское горловое пение. Руководитель ансамбля РТНЭ «Тумат». За подготовку юных артистов он награжден денежным сертификатом в размере 300 000 рублей.